Мы ехали-ехали и наконец приехали. Вот гостиничные номера на реке Квай. Настоящие джунгли. Везде кокосы. А вода чистая, кстати, достаточно. Да, вода хорошая. Саша. Ну, показывайте наши номера. 134. Открывайте. Помоги ей. Давай. А, понятно. Санечка, стой, стой, не выламывай дверь, пожалуйста, один. Надо снять, да. Вот, теперь стоп. Так, а теперь... Давайте. Тем же выкопу выламывай. Нет, не выламывай. А, тогда заходите. Вы в каком будете? Заходите. Ну как вам такая романтика? А я что-то я посмотрю. Давай на балкон. А что мы здесь? У вас лучше там? Сейчас посмотрим, как у меня проходит. Как ключ здесь. Ванна. С туалетом. Я не брал ничего. Такая вот верандочка. Речка Квай. Чёрт. И вот номер. Номер соседей. Здравствуйте. Здрасте. Вы не желаете здесь? А ты там хочешь? Я здесь. Номер такой же. Хорошо. Саша купается в бассейне. Саша, покажи, как ты купаешься. Вот группа первая вернулась со сплава. Ты сумочку не вывалится ключи. И на тоже свои ключи. Я держу. Саша! О, ты видела? Аллигатор! Прямо, ты это
Держитесь. Да, не, как? Спасибо, буду больно, Русь. Надо правда левее держаться. Маша, иди сюда, передай. Саша, папа, Саша. Скорее за папа, а то отплывешь куда-нибудь далеко. Саша. Имя ты как? Чуть ничего никого не